завершают соревнования среди танцевальных дуэтов Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.
Скопцова и Кирилл Алешин. Уважаемые зрители, результаты командного турнира после выступления танцевальных дуэтов. Команда Евгения Лебедева набирает 1292,03 балла. Результат команды Арины Загитовой составляет 1305,82 балла. Уважаемые зрители, следующими награда. Судья номер один Майра Абасова. Судья номер два Юлия Андреева. Судья номер три Татьяна Шаркина. Судья номер четыре Полина Якобс.